Салем Достар, всех приветствую на моем канале. Сегодня у нас реакция на видео под названием «Как живут коренные казахи в казахстанских аулах». Без лишних слов, приступаем. Цап-цабэ! Где-то я слышал эту фразу. Это слово. Такая безмятежность. Интересно, это что, видео без комментариев? Ребят, я так понимаю, по казахстанским меркам это небольшое стадо, да? Сколько тут? Голов 20-30? Вот 200 или 300, да? Другой разговор. Милота, представляй, как дети с такими играют. Вот. Единение с природой. Это мать? Переживает. Блин, я сказал, да, это такая некая безмятежность. Но это же труд какой. Это же какой труд. Подъем в 4 утра. Каждый день. Юг Казахстана, это же Шымкент, да, плюс-минус. Ну, Алматы, понятно. Блин, ребят, классное видео. Для нас, ну, по крайней мере, для меня, как для городского жителя, это, ну, такая некая экзотика. Так случилось, что у меня все мое детство родители и бабушки тоже прожили в городе. Там, конечно, был частный сектор, но это далеко не то, что, к примеру, вот мы здесь видим. И, соответственно, в деревнях я практически не бывал, только прям в самом раннем детстве. И вот смотрю на это и... Короче, особенно для 2024 года, то, что я вижу, для меня это абсолютно другой мир, какой-то такой диковинный, что ли. Так, наверное, правильнее будет сказать. Для жителей мегаполисов это вообще, наверное, другой мир, просто другая планета. Там Москва, Астана, Алматы, Санкт-Петербург. Так вообще, наверное. Только если они сами не родом оттуда. Удачка, бей, сиди, сиди, сиди.
Блин, ребят, вот вам лайфхак. Для тех, кто, возможно, живет в такой же деревне или же в таком же ауле плюс-минус. Вот ребята просто записывают на видео свой быт, свой повседнев. Очень важно для Ютуба это картинка и звук. Ребята, хороший микрофон, звук очень важен, просто очень важен. Вот, пожалуйста, здесь нет никакой постановки. Это просто обычная аульская жизнь. Обычный день, скорее всего, среди недели, да. Ну, там, наверное, особо дни и не отличаются, да, по событиям, что воскресенье, что вторник, условно. И тут порядка 100 тысяч просмотров, ребят. Главное, хорошая картинка и хороший звук. Берите на вооружение, пользуйтесь. Я буду смотреть. Ссылка на оригинальное видео всегда есть в описании. Тем более у вас там YouTube прекрасно работает. Записываю это видео 2 августа 2024 года. 1 августа в России YouTube больше не работает с персональных компьютеров. Просто черный экран и колесо загрузки крутится, а видео нельзя смотреть. Это если кто еще не знает об этом. В России-то уже все знают. С телефона пока еще можно смотреть, но это говорят пока. Блин, вот мужику сколько лет, ребят? Лет 60, даже больше, наверное, да? И он, судя по всему, целый день проводит вот за подобного рода занятиями. Это же физический труд, физическая активность. И на протяжении всей жизни так. А как известно, движение — это жизнь. Блин, ребят, объясните мне, пожалуйста, чем эти люди живут? Вот, судя по их хозяйству, у них целый день уходит на то, чтобы одних накормить, за другими посмотреть, пригнать, угнать эти стада, да, овец, заготовить корм на следующий день, возможно, на зиму, да, и так далее. Чем они живут? Ну, понятно, мясо, молоко, яйца, там еще что-то, у них все свое. Но помимо этого же нужны еще деньги. Откуда у них время где-то работать? Вот как такие хозяйства выживают? У них что там, какой-то обмен идет? Допустим, у этих молоко, у этих мяса, они меняются с другими, ну, чем-нибудь. Но все равно деньги же, деньги наличные на банковском счете, они так или иначе же нужны. Как они и выживают? За счет чего? Молодежь помогает, кто помоложе. Так они вроде тоже все здесь трудится. Снег. Шанс. Не знаю, что. Кинде? Честно. Умер.
Гендер. Физи баля жақты, сол бала жақты. Ау, кеңде жүрдім. Ха. Сыны бәрі көрдім. Сонай сам. Я так понимаю, там особо нету времени, да, в интернетах сидеть. Все чем-то заняты. Ну, преимущественно молодежь, да, я имею в виду. Так. Что? Менің жәлдерді. Сегіз қой тұр жеткен. Көпетір шығы бәрі. Өндір мұнтыңды. Кері, кері әсін. Так, ребят, кто может определить, какое блюдо готовит? Ну, тушеная картошка с мясом. Нет, тушеное мясо с картошкой так лучше будет. Что-то хозяйки не видно, ребят. Так вроде картошку закидывали, нет? Кендер. Жоқ, мұна не үшін жеп отырмыз біз? На, картошка на месте. А, ребят, что это за блюдо? Болоттыр бар ма? Жоқ, да, өзім жақтым. Картошка с макаронами? Қанчада екі шатын десеш? Мұна сен атын шатын болғымшы. Қасқан. Ну что, ребят, вот так вот и живут
наедине с природой, такая тихая благодать, но в каждодневном труде. С раннего утра, часов 5-6, а то и 4, да, до, скорее всего, часов 11 вечера, а то и 12 ночи. Да. Ну, что можно сказать? Силу здоровья желаем всем тем, кого мы увидели в этом видео, и всем тем, кто так или иначе... Да вообще, пускай будут живы и здоровы все люди, да, это, конечно, очень такая утопичная история, но все же, пускай все будут здоровы, и никто не уйдет обиженным, вот так вот. Пишите ваше мнение в комментариях, что вы думаете по поводу этого видео. Также подписывайтесь на мой Boosty, ссылка в описании, там выходят реакции на фильмы и сериалы, в том числе по вашим заявкам. Очень много контента выходит на Boosty, там ничего не блокируется по авторским правам, так что всех жду в подписчиках, а на этом все, всем пока, удачи, до встречи.